интересный гарнир или даже самостоятельное блюдо. Капуста получается очень нежная, в легком сливочном соусе. Готовим в духовке, это значительно упрощает наши трудозатраты. Аналогичным образом можно готовить любую капусту. Отлично получится цветная и брюссельская. Подготовьте все ингредиенты. Капусту нарежьте достаточно крупными полосками. Смешайте сметану, молоко и яйцо. Слегка взбейте. Залейте капусту соусом.